Добрый день! С вами я, Сергей Гуд, канал Викинг Лайф. И всем большой привет из Молдаванского. Сегодня воскресенье, не просто воскресенье, а сегодня вербное воскресенье, поэтому всех православных поздравляю с этим праздником. А у нас что? У нас воскресенье, надо походить по магазинам. Завтра у меня первый рабочий день, и хлебушка в доме закончилась. А еще у нас очень в селе красиво, у нас наступила весна, все распустилось. И давайте вместе со мной пройдемся по нашему селу, и вы посмотрите, какая у нас прелесть. Ну что, пойдем по Молдаванке погуляем. We'll be right back.
сегодня, хоть и воскресенье, но осталось важное дело, которое нужно обязательно сделать, потому что температура поднимается, скоро уже май месяц, и все посадки нужно прекращать. А у меня остался не посажен подарок, который нам подарили дети. Это вот лоза Sauvignon Blanc, сорт винограда, это технический сорт винограда от Фанагории, русская лоза, то, что нам дети подарили на годовщину с Аллочкой. Его нужно обязательно посадить, тем более, что у меня и место свободное есть, и время пока свободное есть, потому что уже с завтрашнего дня я работаю, и времени совсем будет мало свободного. Идем сажать виноград Sauvignon Blanc. Пошли, Орса. Песочку и чуть-чуть перегноя в лунку для посадки, чтобы все хорошо росло. Тем более там очень мокрая земля сейчас. А песочек поможет быть более сухой земле. Что это у тебя? Что это ты грызешь? Ну вот и в этом ряду, где у нас уже посажены технические сорта винограда, а самый крайний ряд это у нас белые сорта. Кроме Вионье, Рислинга и Шардоне, у нас теперь добавится и Sauvignon Blanc. И здесь можно будет посадить как раз еще 4 лозы. Одну я посажу сейчас и еще место для троих. Так что 4 сорта винограда у нас будет. Ну что, сажаем. Sauvignon Blanc вот в таких упаковках его продают. Значит, производитель Фанагория Агро, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, поселок Сенной, улица Мира, 49. Русская лоза Sauvignon Blanc, парафином закрыта, и вон почечки уже, видите, открываются, уже надо быстренько его посадить. Все, сейчас мы этим и займемся. Урса, там не копай, там будет другое посажено. Да, инспектор здесь уже все проверяет. Пока я копал землю, там, где виноград надо будет посадить, чуть-чуть пошире нужно было. Но смотрите, вот копаешь, и вот это все парей. Такие вот корни. Их нужно, конечно, повытаскивать. Нереально здоровые просто корни. Это я уже накопал такую кучу. Просто слишком близко к винограду он растет. Здесь у меня дорожка получается. И нужно где-то метр от лозы. Так, Орса, что там? Вот здесь у меня был метр от лозы. Граница такая. А здесь чуть-чуть ближе. И вот надо было расширить. Ну да, нереально много прея. Корни повыдергивать надо. Дело сделано. Еще один сорт винограда Sauvignon Blanc у меня появился на участке. Осенью надо будет еще докупить 3 лозы. И у меня будет хороший ассортимент белого вина. Но вы поняли уже, кто здесь всегда рядом. Никуда нам от этого не деться. Уже. А сегодня, ребята, я с вами прощаюсь, как всегда говорю. Если вам нравится видео, ставьте лайки, стучите в бубен, подписывайтесь, да, и с вами был я, Сергей Гуд и Викинг Лайф, ну и Арсений, да, Арсений тоже сегодня был с вами. Все, ребята, пока, привет вам из Молдаванки.